сюда бы подошел поближе. Так, раздевал. Да не зачем, здесь можно увеличить. Сзади тебя он паук, сейчас вряд ли там не спустит. Нет, Дима, с другой стороны. Вот так, да, сопрыгнул, ну, вот он прям перед тобой, на пузо. Вот сюда. На спину. Вот гад, а. Хорошо идем. Отлично. Сейчас толбушки эти пройдем поганые. Еще толкнись так же. Она подсохнет у тебя еще, будет самое то, что надо. Да, да, я об этом мечтала такой, да? Да, я брал такую же пример, только длина была короче, она сломалась. А да, для чего? Это не сломается уже. А? Чтобы толкаться. А, чтобы толкаться. Ну, конечно, толкаться, да. Гондолеры же там видно, какие здесь шесты, они оставляются аж груди. Оттяни немножко на себя эту вот конструкцию, а? Вот так, да, вот. Да эта конструкция его тянет как руль. Сейчас он потянул, вытащил. Вот она. Видишь какая? И тут она под водой еще идет. Володь, на Коле идете. На Коле идете. Ты можешь оттолкнуться. Все, затонуло. Держи. Это, Дима, подойди, Дима, сюда. Подойди. За доску, сейчас за доску хватайся. Вот за эту, да. Надо было вверх поднять, вот мне это жир положить. Да она очень здоровая, она очень гигантская прям. Там пришли. Толкайся, вот так, а? Ее сейчас к берегу и подведем. Там дети пришли. И женщины, кажись. Ну пускай идут. Ну, конечно. А, тут. А, ну эти-то ладно. Иди сюда, Варлам. Ангелина, только женщина. Добрый день. Добрый. Мы тут купаться пришли. Да, это здорово. Молодцы. Дайте нам покупаться. Володь, на Коле налетишь. Сейчас. Да пир свободен, купайтесь. Да там мама у них. Мама здесь? Мама подошла. Вон она.
А нам уйти, надо одеться. Надо одеться, да. Сейчас мы оденемся. Тут нам прицепили. Только вот брата Игоря. Сейчас скажи, что мы оденемся. Да, вы там, это, сейчас вытащим все это, можно одеться, я в воде буду. Так, что, брат, ты сможешь нас это боком поставить? Да ты это, да, смогу, смогу, я уже по земле-то это. Идешь, да? Ну и пускай уже лежит все, на ставлю, плоту, да? Ставлю вас боком. Пускай сохнет, лежит, да? Конечно, я ее оставлю. Не, а и остальные тоже. Мы еще за рейсом сейчас, еще за ним пойдем. А эту еще? Дамку сюда, сюда переводить. Так, а эта женщина так, тут вот, придет. Вот так. Я сейчас помогу тебе здесь. А вот, а? Женщина что? Да, это, под, сейчас мы вытащим. Сейчас мы она поймет. Там, говорит, мама пришла. Да понятно. Она, она и стоит за углом. Дядь Володь. Что-то вообще. Это, да, лягушатник был. Скорее всего. Да, наша плохо. Вот он плохо и пошел. Я и сказал, что там. Не, не, подожди, давай вот эти уберем. Вот сначала эти, да. Надо это зачепить. Вот этот, возьми сейчас. Вот, вот, да, я это держу вас. Занимайтесь, все. А, занимайтесь. Просто потяни еще берег воды, возле плота, и потяни берег. Все, 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 сейчас, четыре. Вот, вот. Так, ну что, вот этот? Давай. Первый. Да. Может нам одеться сразу? Так нет, а что? Грязи будем, да. Она-то с ними хотела купаться. Нет. Нам надо всем просто уйти будет сейчас. Ну сейчас это. Ну оденемся да уйдем. Оденемся да уйдем. Недолгая история. Сейчас. Сейчас, сейчас мы выкинем. Плот можно здесь пока оставить. Так, за, да, зачетерим его этими со всех сторон. Главное, чтобы его никто не украл. А то есть, есть такие, которые. Для любопытства. Нам же уже скоро обедать. Ой, ужинать. Да можно и вот этот уже тащить. Ничего страшного. А, ты вот этот хочешь? Не, вон нижний. Ага. Давай, вытаскивайте. Так, обошли. Ну ладно. Ага. Теперь, сейчас разворачиваем вот так вот. Вот так вот. Сейчас я Володе эту подам, а ты там держись. Да, сейчас придерживай. Дядь Георгий, Георгий, заходите. В общем, дело. Ну да. Не совсем легче, конечно. Их очень много, чтобы они не потонули, ножки-то. Это понятно. А, гад, до меня добрался. Что, паук? Паук, да. Снизу, там. Давайте. Снизу. Давай еще. Вон там нижняя, последняя дверь. Да, вот так. О, сейчас, сейчас можно это. Я бы перевернуть. Да, сейчас вот так перевернуть. Оторвать доски надо просто и все. Да, так, кувалдочку давай. Кувалдочку, да. А есть? В машине. В машине сзади, сзади топор. От собака какой дядь здоровый-то, дядь Володя. А? Володя. Давай сейчас на голову сядет, ты его убьешь. Дядь Володя. Дядь Володя. Летает? Да нет, Владимир его. Александрович. А-а-а. Он где-то куда-то исчез. Глянь, сколько пиявок как всяких мелких. Игорь. Просто кнопка эта, раз. А, слушай, ну у меня закрыто, ты через дверку достань, да и все. Через заднюю. Через заднюю, вот так. Владимир Александрович, на включать. Себя, эту спинку потяни на себя, включать? Спинку на себя. Ну, включай, ладно, включай.